Самостоятельно оценить шансы на получение кредита с этого дня может каждый россиянин, причем совершенно бесплатно. Сегодня в силу вступили изменения в закон о кредитных историях. Разобраться в деталях собственных отношений с банками поможет персональный рейтинг. Получить его можно на портале госуслуг, как и свою кредитную историю. Расчетами занимается специальное бюро. Во внимание принимают не только наличие просрочек, но и долговую нагрузку. По данным экспертов рынка, высокий кредитный рейтинг имеют 78% россиян.